В этом году в первый день Рождества венсполчане отправились на праздник моста, чтобы в последний раз насладиться традицией – салютом в честь единственного в Латвии разводного моста. Это мероприятие всегда привлекало гостей Венспилса, которые приезжают к нам в город на рождественские праздники. Но уже в этом году праздник моста будет перенесен на другую дату. Поддержав идею Венспилского центра культуры, салют будет приурочен ко дню рождения Латвии. Отныне он будет проходить 18 ноября. Место проведения салюта останется тем же, около моста через Венту. Праздник моста в Венспилсе появился после его реконструкции, в ходе которой был реализован современный проект по освещению моста. Традиции встречаться в первый день Рождества на салюте в этом году исполнилось 4 года. Наслаждаться игрой пиротехники, так же, как и всегда, можно будет в новогоднюю ночь, а также в августе во время праздника города и с 2015 года в государственный праздник 18 ноября. Анита Рыжик, Гонда Порница, Андрей Кулыгин, Курзмское телевидение.